Ребятки, мы в Оахаке, заблудили в деревню, на настоящих дровишках готовим себе тлаюду с яичницей. Яичница, обычная яичница. Здесь мы поставили нашу баранинку подогреваться, которую с собой привезли. А вот на этой питте, так называемой, будем сейчас укладывать вкусности. Вот сейчас тетенька намазывает таким тоненьким слоем фрихоль. Это вареная фасолечка. Далее ложит какие-то листики салата, потом вот эти вот цветочки колбасы или кабачка, яичко туда обязательно добавит, сыр, вот там он спрятан у нас, авокадо, ну и в общем все это будет уложено сюда. Ну вот такая вкуснятина у нас получится. Вот пример, пожалуйста, первая тлаюда уже готова. Вот такая интересная вещь. Кстати, вот это все колбаска чорисо, это мяско. О, это что у нас? Ты горячо на входе, горячо на выходе. Сальса. Сальса, привет. Персонас локализ. Ну все, приятного аппетита нам вам.